жить такой жизнью. Я наблюдаю за тобой, ты в Америку ездишь 4 раза в году, ты едешь в Индонезию, в Турцию. Что за бизнес? Я знаю, что ты была в прошлом банковским работником. 2 года назад я приняла решение работать в компании Top Fusion. Это мировой бренд, это компания, которая работает в более 140 странах. Мне понравилось здесь, что мы можем строить бизнес в любой точке мира. Мы сидим здесь в кабриолете, мы можем находиться в совсем другом месте, и мы всегда получаем наше вознаграждение. Ребят, этот бизнес очень прост. Я банковский работник, хочу вам сказать, что нет на сегодняшний день другой компании, которая бы уплачивала кэш мгновенно и финансово все было просчитано. Включайтесь, и вы также будете путешествовать, отдыхать в кругу своих друзей, в кругу своих партнеров. Привет, меня зовут Наталья Таркова, мы сейчас находимся в Майами. Я являюсь партнером компании Top Fusion уже 2 года. Я пришла в Top Fusion как предприниматель, мне очень понравилась вообще возможность использовать эти продукты для продвижения своего собственного бизнеса. Акции, скидки, путешествия, которые у меня есть, и на сегодняшний день обо всем об этом я рассказываю с помощью видеописем. 2 года назад я также узнала о том, что на сегодняшний день можно строить бизнес, сидя дома в 140 странах мира. Я пригласила в бизнес 2 человек по нашей системе. Система очень простая. На сегодняшний день у нас сюда, в Америку, приехало больше 60 человек. Ребят, здесь Екатеринбург, Пермь, Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Комсомольск на Амуре. Включайся! Годы я уже занимаюсь бизнесом из дома. Это MLM-бизнес, который завязан на интернете. Я выбрала для этого проект Talk Fusion, потому что он позволяет мне проводить вебинары из дома. Это такие групповые встречи, конференции, семинары. Да, также их могут посещать люди из разных городов, из разных стран. Сейчас век информационных технологий, и работать с интернет-продуктом очень интересно. Когда я начинала, у меня не было необходимых денег для старта в бизнесе. Но мне так захотелось начать работать, я так загорелась, что я одолжила эти деньги и буквально через пару недель я их вернула, потому что у меня все стало хорошо получаться. И я еще раз поняла, что если у тебя есть желание, если у тебя есть мечта, то любые препятствия, их можно преодолеть, это абсолютно не страшно. И сейчас я могу жить жизнью своей мечты. Это очень классно, когда ты строишь бизнес, у тебя есть дома, ты сидишь в декрете со своим ребенком, ты уделяешь всего лишь этому бизнесу час, 2 в день. Друзья, бизнес 100% уникален, и рассмотрите эту возможность и примите решение прямо сейчас быть с нами. Год назад еще я работал в компании, строительной компании, я продал питерскую недвижимость дистанционно из Владивостока. Я сам живу в Владивостоке. Стали использовать видеосервис, видеорассылки, видеогазеты, видеописьма. Вкратце скажу то, что результат феноменальный совершенно. На 38% мы превысили план продаж только за 1 месяц. За 2 месяц продажа 5-комнатной квартиры стоимостью 20 миллионов рублей. Очень сильно дал возможность сократить деньги на тех ребят, которые к нам приходили, делали нам одностраничные сайты, распространяли про нас информацию. То есть сейчас мы все делаем сами, сами решаем, куда тратить, как тратить, что делать и куда отправлять. Ну просто продукт великолепный. В эту компанию я пришла 2 года назад. Пришла, потому что мне понравился инструмент. Я искала инструменты для продвижения розничного бизнеса, которым я занималась в банковской сфере. Вот. Но в итоге я здесь получила гораздо больше. Да, помимо великолепного инструмента в сфере информационных технологий, я получила здесь первый свой собственный бизнес, свой первый миллион. Встретила потрясающих, очень интересных, очень успешных людей, с которыми мне вместе в радость делать этот бизнес. И сейчас я уже 2 года занимаюсь тем, что я помогаю предпринимателям и помогаю очень многим людям, которые приходят в этот бизнес, новичкам, зарабатывать деньги в интернете с помощью информационных технологий. Я обычный бухгалтер, обслуживаю предпринимателей нашего города, делаю за них отчеты в налоговую инспекцию и так далее. Никогда не занималась сетевым маркетингом, всегда относилась к нему негативно.
но за 75 дней я стала бриллиантом компании, заработала более 7 тысяч долларов и 4 декабря лечу на Гавайи со своим партнером. И если вы хотите больше посвящать время своей семье, своему развитию, хотите больше путешествовать и выбирать, с кем работать и жить вообще в той жизнью, которую вы хотите, выбирайте компанию TopFusion. Это легально, надежно, это современные технологии, потому что действительно... Компания TopFusion дает вам финансовую свободу. Вы сами работаете на себя, вы строите свой бизнес с инновационным продуктом в любой точке мира с мгновенными выплатами. Покажите мне еще такую систему, я пойду туда. На сегодняшний день я уже полтора года сотрудничаю с компанией TopFusion, и возвращаться на работу по найму я не хочу, потому что компания TopFusion дает возможность путешествовать и зарабатывать. Путешествовать более чем в 140 странах мира и строить бизнес в интернете, строить бизнес из дома. Здесь заложены очень хорошие деньги. Мне это очень нравится, потому что буквально каждые 3 минуты я получаю свою заработную плату, где ни в каком бизнесе это просто невозможно. Но самый лучший проект, который есть в моей жизни, это TopFusion, потому что он дает возможность сбыться мечте уже сегодня. Ты имеешь цель, мечта, которая была давно, сбывается здесь и сейчас. Доходы от этого бизнеса позволяют нам путешествовать по всему миру. Сегодня мы находимся в Америке. Первый раз нахожусь в Америке, всегда мечтал сюда попасть, честно, необыкновенная страна. И если вы хотите путешествовать так же, как мы, весь мир облететь, посмотреть, то это та самая компания, которая предлагает такую возможность. Тем более выплаты мгновенно. Вообще, если честно, признаться, да, положа руку на сердце, я первый раз вижу живую яхту. То есть не по телевизору, а вот так вот. И я первый раз стою в Америке, чтобы не по телевизору, а вот так вот. Всего 2 года работы в TopFusion, и моя жизнь кардинально изменилась. Ребят, включайтесь, не тормозите, надо работать. Посмотрите, как здесь классно. Посмотрите, какие... относится к индустрии сетевого бизнеса, и кто-то говорит, что сетевой маркетинг – это лохотрон, а кто-то говорит, что это величайшая возможность в истории человечества. Это официальный бизнес, который признан уже очень много лет, более 50 лет, и я считаю, что если ты на сегодняшний день не имеешь каких-то больших инвестиций или больших денег, ты можешь просто попробовать и получить опыт работы в этой индустрии, и у тебя обязательно получится. Я всегда думала, почему одни люди богатые, другие люди бедные. Почему одни люди успешные, а другие люди не достигают такого успеха. На самом деле, возможность быть богатым и успешным дается каждому человеку. И, может быть, TopFusion – это именно тот шанс, неважно, кто там. Ты домохозяйка, инженер, строитель, бизнесмен. Ты можешь быть какой-то фрилансер или учитель географии, как я. Мы можем строить бизнес в любой точке земного шара.